Полтора месяца назад река Тусток вблизи Улуса-Сорок вышла из берегов. Были размыты подъездные пути. Русло реки значительно увеличилось. Мосты через реку Тусток были разрушены, проехать было невозможно. Сразу же были приняты решения объявить режим ЧС на территории Акинского района из-за резкого подъема воды. Были проведены спасательные, оперативные мероприятия, то есть людей переправляли через брод или на грузовых машинах. По свидетельствам очевидцев, обломки мостов унесло к райцентру в село Орлик. Жителям правого берега реки Тусток доставляли продовольствие и вещи первой необходимости в экстремальных условиях. Тут вообще было много народа отрезано от большой земли, вот на, в центр не могли ездить, там ни в магазин, никуда тут. Тут брод проезжали на грузовых машинах, на тракторах. А сейчас вот благодаря вот нашему руководству района вот было за короткое время построен мост. Активную помощь в строительстве оказали сами жители Улуса. Правительство Бурятии из резервного фонда выделило 4 миллиона рублей на восстановление переправы. Я здесь работал на экскаваторе и на тракторе, погрузчике. У нас работало где-то человек 15 вместе. В течение месяца строили он тот мост длиной 32 метра, а это 24. А вот когда река разлилась, старый мост здесь размыло, а этот мост, ну, по старому мосту по перилам вода текла. Во время двухлетних паводков районные власти проводили спасение не только здесь, одновременно сразу в нескольких селах. Приходилось даже эвакуировать население из подтопляемых участков населенных пунктов, где... Ну, слава Богу, у нас все прошло без таких серьезных эксцессов. Сегодня транспортное движение запущено через горную реку Тусток в полном объеме. По мостам проходят и легковые, и грузовые машины. Саднон Эрдынеев, телекомпания АТВ, Акинский район.